чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ним. Умереть. Забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожества, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизни не плестись, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла волей мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так малодушничает наша мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибает замыслы с размаха, вначале обещавший успех от долгих отлагательств.